Всем привет! С вами Лена Крас, и сегодня мы будем делать вот такие классные лайфхаки. И не только. Я их вам придумала целых 10 штук. Так что я надеюсь, они вам пригодятся. Ну что, поехали! Как вы знаете, провода от подзарядки обычно ломаются. С них сдирается оболочка, и они трескаются. Это портит вам настроение, да? Всем оно портит настроение. Это плохо. Поэтому я придумала способ. Вы должны просто намотать пружинку от ручки на провод. И тогда он будет целый. Его можно гнуть по-разному, и он будет оставаться нетронутым. Поэтому возьмите ручку, намотайте пружинку, и проблема решена. Подвесьте вашу книгу на вешалку. Так вам будет быстрее и удобнее умнеть. Надоело держать ваш iPhone в руках? Тогда вперед! Просто отметьте, где будет стоять ваш телефон на рулоне от бумаги. Теперь вырежем это место и вставим канцелярские кнопки. Готово. Теперь ваш айфончик будет держаться как вкопанный. Как быстро охладить ваш напиток? Мы проведем эксперимент с теплой водой. Это, как видите, вода. Ничего другого тут нет. А это мокрая салфетка. Теперь мы завернем нашу бутылочку этой прекрасной салфеточкой. Теперь положим ее в морозилку. До новых встреч, бутылочка! Двадцать пять минут она постояла в морозилке. Проверим температуру. И она охладилась. Эксперимент удался. Пробуйте у себя дома. У вас два одинаковых ключа, и вы их постоянно путаете? Например, вы открываете дверь одним ключом, но она не открывается. Открывайте вторым, и только тогда вы можете попасть домой. Это вас раздражает? Тогда просто возьмите лак для ногтей и покрасьте им ключи. Тогда вы их сможете различать по цвету. Это очень простая и нужная идея. Ваш звонок на телефоне не слышно? Так и не вынимайте его из стакана. Наоборот, поставьте его в стакан. Звук объемнее. Вы путаете ваши наушники, не понимая, где правый, а где левый. Но, опять же, у меня для вас идея. Просто берем любой из этих наушников и завязываем на нем узел. Так вы будете знать, что это, например, или правый наушник, или левый. Все решается легко. Вам не хватает сил, чтобы выдавить лимон? Ну как же поступить? Применим силу рычага, а вернее силу наших щипцов, и понадобится сил рук намного меньше. Просто вдеваем в лимон щипцы
и выдавливаем с легкостью лимон. Следующий лайфхак, я думаю, вам очень поможет, потому что миллионы людей в нашей стране и во всем мире ищут кончик скотча. Но как же его найти? Просто после использования этого самого скотча загните кончик скотча, и он приклеится, а кончик останется. Теперь вы можете не тратить свое время на эти нудные поиски конца скотча. Для следующего лайфхака пригодится ненужная точилка, подходящая отвертка и пустая ручка, в которой ничего нету. Предупреждение. Людям, которым нет 18 лет, не советуется делать это, так как лезвие из точилки очень острое. Но мы себя не жалеем, и поэтому я сделаю этот лайфхак специально для вас, дорогие зрители. Так, откручиваем лезвие точилки отверткой. Вынимаем шурупчик. И аккуратно держим это лезвие. Оно моментально может вас разрезать, еще раз предупреждаю. Так что будьте аккуратны в любом случае. Теперь открываем пустую ручку и засовываем лезвие внутрь ручки. Сильным нажатием надо туда его воткнуть. Готово. Теперь можно закрыть ручку. И ручка, ножик готовы. Это изделие можно носить с собой в поход, чтобы что-то можно было разрезать. Например, маленькую веточку. Но оно точно разрезает бумагу. Смотрите, оно просто моментально ее разрезает. Вот такая вот у нас получилась последняя поделка. Всем до свидания!